Сегодняшнее приключение начинается на лугу. Школа Люси! Я знал, что идти через луг – это глупая затея. Ты опоздаешь в школу, милая. Но я люблю здесь ходить. Здесь можно встретить моих друзей, эльфов и фей. Люси, в тот день, когда мы якобы видели твоих друзей, было ужасно жарко. Наверное, у нас просто разыгралось воображение. На свете не существует никаких эльфов и фей. Привет, папа Люси! А, здравствуй, маленький эльф. Привет, Люси! Привет, Бен и Холли. Пойдем, Люси, ты опаздываешь в школу. А, пока, маленький народ. У нас сегодня в школе день природы. Мы с тобой. Нас ждет отличное приключение. Да. Нет, нет, я запрещаю. Помните, большой народ не должен нас видеть. Но я же вас вижу, и мой папа тоже. Ты наш друг, а вот другим людям просто нельзя верить. Не волнуйтесь, я прослежу, чтобы их никто не видел. Ура! Ладно, если вас заметят, притворитесь куклами. Вот так. Я кукла. Да, да, все ясно. Пойдем, Люси, попрощайся с друзьями. Сейчас, папа. Скорей, ко мне в кармашек. Привет. Пока, Люси, учись хорошо. Пока, пап. Мы уже в школе. Ух ты, сколько больших детей. Спрячьтесь-ка, не то заметят. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, мисс Луги! Сегодня мы с вами будем изучать чудеса природы. Вот наш хомячок Пушок. Кто из вас ответит, что он за животное? Это хомячок? Да, но к каким животным он относится? О, к млекопитающим! К млекопитающим? Да, молодец, Люси! Вид называется мессокрикетус ауратус. А вид его называется мессокрикетус ауратус. Надо же, Люси, лучше будем звать его Пушок. О нет, Гастон чует бананы, он их просто обожает. Гастон, постой, вернись ко мне. Нас окружает природа. Взять хотя бы эту букашку. Кто из вас знает ее название? Гастон, это мальчик. Очень смешно, Люси. Божья коровка, да? Да, она симпатичная, правда? А что она ест? Гастон любит кексы. И макароны по-флотски. Кексы и макароны по-флотски. Нет, божьи коровки едят тлю. Мы посадим ее в банку. О, нет, он попался. Пусть немного отдохнет. Надеюсь, с ним ничего не случится. Не волнуйся, сейчас я его вытащу. Тебя заметят. Не бойся, Бен, я буду осторожна. Мисс Куки, а по моей парте крадется фея. Кто? Фея? А ну-ка покажи. Няня, учительница. Притворись куклой. Ну да, я кукла. О, крошечная крестная фея. Чья это кукла? Моя. Ты ведь помнишь наше правило? С куклой класть нельзя! Правильно. Я спрячу куколку в твой ящик, а ты сможешь забрать ее после урока, хорошо? Да, мисс Куки. Но, мисс Куки, она же настоящая. Да, да, Кэти. А мы с вами продолжим. Ой, а что это? Волшебная палочка! Здорово, она блестит. Девочка наколдовала лягушку. Мисс Куки, на моей парте лягушка. Кто-кто? Откуда она взялась? Так-так, кто знает, каким животным относится лягушка? Это котенок. Нет, не к котятам. О, надо же, правда котенок. Холли, надо что-то делать. Я выколдую палочку из ее рук. А, зуби-буби-ти, в воздух лети. О, нет, взлететь должна была не она. Мисс Куки, Кэти не сидит за партой. Кэти, сядь, пожалуйста. Ура, она выронила палочку. Я ее принесу. Я с тобой.
Прелестная кукла-фея и красавчик-эльф. Они тоже твои, Люси? Да, мисс Куки. Тогда я их тоже положу в ящик. А вы что здесь делаете? То же, что и вы! Нас заметил мальчик. Вы притворились куклами? Да, да, няня! Чудненько, по-моему, мы ведем себя очень умно. Нас считают куклами. Няня, но мы же заперты в ящике. И у нас нет палочек. Да, пожалуй, нам понадобится помощь. Спасатели! Алло! А, да это же няня Плам. Что стряслось? Дети вас заметили, заперли в шкафу, и вы потеряли палочки. Нет, все совсем не так. Не в шкафу, а в столе. Понятно. Пожалуй, придется спасать вас. Эльфийский вертолет вперед! Уже лечу. Главное, никакого волшебства. Он уже в пути. Люси! Пс! Люси! Привет, мудрый эльф! Ты прилетел спасти Бена и Холли? Да! Смотри, как работают эльфы! Ну! Мисс Куки! Опять эльф! Он на ниточке! О, какая странная кукла! И она тоже твоя, Люси? А, да, мисс Куки. Тогда я спрячу этого забавного гоблина в ящик к остальным игрушкам. Я забавный гоблин? Забавный гоблин? А, старый мудрый эльф. Он пришел спасти. Ура! Да. Привет. Знали бы вы, как я рада вас видеть. Каков план бегства? Мы проделаем в ящике дыру специальным эльфийским сверлом? Нет. Быть запертым в ящике не входило в мой план. Неужели? Нет. Ничего! Учительница выпустит нас всех после урока. Пора домой, дети. Да, Люси, можешь забрать своих кукол. Ну вот, я вас отговаривал, но нет, вы не слушали меня. О, ну хватит. Мы для них куклы. Эй! О! Показалось, наверное. Так, вот твои куклы, Люси. Красавица-фея, красавица-эльф, крестная фея, нелепый старый гоблин. Мадам, к вашему сведению, я вовсе не гоблин. Нет, я эльф. О, браво, старый эльф. Кто-то хотел остаться незаметным. Теперь мисс Куки все про нас знает. Не надо волноваться, я все улажу. Привет, мисс Куки! Обещайте мне, что не скажете никому из друзей, что видели фей и эльфов. Да, я обещаю вам не говорить никому из друзей, что я и правду видела фей и эльфов. Вот и спасибо. Пока. Я заберу божью коровку. Она что, твоя? Хорошо. И, кстати, это мальчик. И он любит макароны по-флотски. Правда, Гастон? Пока! Теперь я видела все. До встречи! Привет, мам! Привет, Люси, как ты? Чудно! Что интересного было сегодня в школе? Пока! Ты вернешь нам палочки? Конечно! Скоро увидимся! До встречи, папа Люси! Да, до встречи! Вы ни за что не угадаете, что я видела сегодня! Эльфа в крошечном вертолете? Вы что, тоже его видели? Да, но пусть это останется между нами, а? Да, так лучше! В целом, все прошло удачно. Нас почти никто не видел, кроме... Люси, ее папы и всех ее друзей. И учительницы. Это благодаря вам. Да. Но знаете что? Пускай это останется между нами. Да, так и быть. Королевский чудо-пикник. Ко
Кажется, сегодня чудесный день для королевского пикника. Согласен, королева. Ура! Обожаю пикники. Няня Плам, приготовь королевскую чудо-корзину. Хорошо, Ваше Величество. А мы будем есть волшебное желе? А может, мы обойдемся без волшебного желе в этом году? Но мы всегда едим желе во время пикника. Что ж, если ты обещаешь не затопить все королевство желе, как год назад... Поверьте, Ваше Величество, ничего не случится в этот раз. Мам, можно Бену с нами на пикник? Но, Холли, Бен ведь эльф. А у нас исключительно для фей пикник. Давайте возьмем Бена с нами. Он мой лучший друг. Что ж, полагаю, раз он твой лучший друг... Ура! Я позвоню. Алло, миссис Эльф вас слушает. Привет, миссис Эльф. Позовите, пожалуйста, Бена. Сейчас. Бен, это принцесса Холли. Привет, Холли. Бен, хочешь пойти с нами на королевский чудо-пикник? Разумеется. Супер. Приходи в замок как можно скорей. Мам, знаешь, меня пригласили на королевский чудо-пикник. Как это славно. Надо взять много еды, чтобы со всеми поделиться. Что тебе дать? Пирог, сыр и еще немного фруктов. Я положу тебе целую ягоду клубники. Тогда ее точно всем хватит. Спасибо, мам. Пока. До вечера. Смотрите, это Бен. Привет, здравствуйте. Ха-ха, не будем скучать. Еще ни один эльф на нашем пикнике не бывал. Спасибо за приглашение. Корзина, похоже, тяжелая. Помочь вам донести? О, спасибо, Бен. О, да она совсем легкая. Да, но это волшебная корзина. А. Не волнуйся, Бен, увидишь. Смотрите, это наш друг Гастон. Привет, Гастон. Пап, можно Гастон пойдет вместе с нами на пикник? Я так не думаю. Что он сказал? Няня Плам понимает язык божьих коровок. Гастон сказал, что с радостью пойдет с принцессой Холли и Беном Эльфом на королевский чудо-пикник, Ваше Величество. Хорошо. Только жаль, что так плохо пахнет. Няня Плам, ты можешь перевести? Да, могу, но лучше не буду. Пришли. Лужайка для пикника. Ура! Еда для пикника. Что это? Это мне мама дала с собой. То есть ты взял настоящую еду с собой на наш пикник? Ну да. Видимо, это странная традиция эльфов, Ваше Величество. Хо-хо-хо, очаровательно. Ну, конечно, у меня полно еды для всех вас. Спасибо, Бен. Но феи не едят еду эльфов. У нас есть особые, чудесные продукты. Вот они. Но корзина пуста. Вы забыли еду. Наверное, вы очень торопились. Глупенький Бен, она не пуста. Это волшебное чудо-корзина. Ясно? Она может дать все, что угодно. Начнем с напитков. Я бы выпил игристого чудо-сока. Чудо-корзина, будь добра, дай игристого сока и спить нам сполна. Ого! Да, юный эльф, это и впрямь впечатляет. Бен, возможно, ты хочешь выбрать напитки для детей? Все, что захочешь, выбирай. Все, что хочу, я действительно могу попросить любой напиток? Да, все, что угодно. Ладно, я хочу лимонад. Это как-то скучно и ординарно. Эльфы любят лимонад, а я же настоящий эльф. Но, Бен, ты же можешь попросить все, что твоей душе угодно. Выбирай. В таком случае лимонад с ложкой мороженого. Подумай, ты точно не хочешь побольше экзотики? Хорошо,
Тогда лимонад с двумя ложками мороженого. Молодец, Бен. Чудо-корзина, чудо-корзина. Нам лимонад с мороженым подавай. Ура! Спасибо, Холли. И не забудьте Гастона. А что божьи коровки любят пить? Все то, что плохо пахнет. Правильно. Раз Гастон так пожелал сам, дай протухший ты напиток нам. Фу, няня, какая гадость. Он получился слишком вонючим даже для Гастона. Чепуха. Ему нравится сок из гнилой капусты. Так, главное блюдо. Наш приказ простой. Сэндвичи с сыром и ветчиной. А сейчас пудинг. Ура! Волшебное желе! Няня Плам, не делай слишком много на сей раз. Мы не хотим повторения прошлой катастрофы. А что было? Холли, Дейзи и Поппи помогали мне делать пудинг. Но год назад мы сделали слишком много, и мы... Затопили все королевство желе. Ах, да, вспомнил, наводнение. Так это были вы? Да, это мы. Правда, было довольно зрелищно. Но это больше не повторится. Правда, няня Плам? Не бойтесь, ваше величество. Мы придумали новые слова, чтобы не перестараться. Дети, за мной. Можно мне тоже? Да, Бен. Дети, повторяйте за мной. Корзина дай в дорогу. Желе, желе, но немного. Корзина дай в дорогу. Желе, желе, но немного. Ура! О! Этого слишком мало. На всех не хватит, не так ли? Нет, надо еще больше. Ладно, давайте так. Корзина, дай-ка еще, еще, еще. Корзина, дай еще, еще, еще. Фу, я уж было подумал, что нам не избежать очередного потопа. Пусть потоп, пусть потоп, пусть потоп. Чудо-пудинг, сгинь, сгинь, сгинь! Няня, помогите! Няня, сделай хоть что-нибудь. Есть заклятие стоп-магии, верное. Но оно только для королевской тревоги. Я объявляю королевскую тревогу. Гром и молния, огонь и лед, волшебство сейчас уйдет. Сработало! Няня, где продукты? Прости, я отменила всю магию, а значит и наш волшебный пикник. Как странно, мои продукты все целы. Они ведь и не были волшебными. И к великому счастью, их хватит на всех нас. Спасибо, Бен. Но, няня, ты сказала, феи не едят еду эльфов. Да. Спасибо, что напомнила принцессу Холли. Мы прекрасно отдохнем и без пикника. Давайте просто наслаждаться природой. Вкусно! Я проголодалась. Я тоже. Я никогда раньше не пробовал то, что готовят эльфы. Угощайтесь, пожалуйста, ваше величество. О, спасибо, Бен. Ням-ням. Эльфы вкусно готовят. Действительно? Няня Плам, попробуй тоже. Хорошо, ваше величество, раз это королевский приказ. А вот еще королевский приказ. Отправляясь на чудо-пикник, всегда брать эльфа. Рыжий бород, эльф-пират!
Привет, Холли! Привет, няня Плам! Привет, Барнаби! Привет, Бен! Скоро произойдет что-то очень интересное! И что же? Мой дядя Рыжий Бород сегодня возвращается из плавания! Он эльф-пират! Ух ты! Пират! Мы собираемся его встретить! Хочешь с нами, Холли? Няня Плам, давай пойдем с ребятами на речку! Ну, идем! Привет, пап! О, привет, Барнаби! А дядя уже приплыл? Вот теперь приплыл! Йо-хо-хо! Ух ты! Якорь встал! Разрази меня гром! Неужели это мой племянник Барнаби? Это мои друзья Бен и Холли! Здравствуйте, мистер Рыжеворот! Эхо! Очень рад, друзья мои! А я няня Плам. Плам как пламя, чудное имя. Для меня это большая честь, сударыня. О. Мое имя Рыжебород, я эльф-пират. Привет, Фред. Привет, Найджел. Дядя, расскажи, каково это быть настоящим пиратом? Пиратская жизнь непривычна для эльфа. Дни напролет торчишь у моря, высматриваешь корабли. Даже поговорить не с кем, кроме попки. Попки? Да, мой верный попугай. Это попка. О-о-о! Попка-пират! Он был моим единственным попутчиком в бескрайних водах моря. Попка-пират! Он, наверное, интересный собеседник. Попка-пират! А вы вообще какой пират? Страшный и злой? Ну, нет. На самом деле, любым пиратом быть тяжело, когда ты маленький эльф. Другие корабли такие большие. О! Значит, вы вообще не делали ничего пиратского? Конечно, делал. Любой уважающий себя пират занимается поиском сокровищ. А вот моя карта сокровищ. Ух ты! Ну что же, где-то в этих землях спрятаны сокровища. Это карта маленького королевства. Да, но это лишь начало наших поисков. Нас ждут испытания и головоломки. Нам вовсе не обязательно куда-то идти ломать себе голову. Я могу наколдовать сокровища прямо здесь. Абракадабра! Нет, так нечестно! Да, он прав, няня Плам. Так вовсе не интересно. Ну ладно, я просто хотела сэкономить время. Крестиком отмечена поляна. Значит, там спрятаны сокровища. Есть лишь один способ выяснить. Вперед на поляну! Стойте, нам нужны лопаты. Пиратские сокровища всегда зарыты глубоко в земле. Это Флёр и Стробери. Всем привет! Приветствую вас! Я Рыжебород, эльф-пират. А это мой друг Попка. Попка-пират! Мы ищем пиратские сокровища. Ух ты! Ага, здесь загадка с обратной стороны. Прочитайте нам. Огромные розы и небо без дна. Смешайте их, станет подсказка видна. О, это сбивает с толку. Огромные розы и небо без дна. Но как их можно смешать? Это невозможно. Глупости. В этом и суть головоломки, милочка. И эту загадку мы должны разгадать. Розы ведь красные, а небо голубое. И если их смешать, получится фиолетовый. Наверное, клад зарыт под фиолетовым цветком. Ага, замечательно, умницы. Давай, Бен, откопаем его скорее. Давай, эльфы отлично умеют копать. А мы эльфы! Раз, два, три, семь, пять. Будем мы копать. Раз, два, три, семь, пять. Будем мы... Что это? Это другая карта! Все верно! Нельзя найти клад, разгадав лишь одну загадку. Но почему? Да
так неинтересно, моя русалочка. Крестиком помечена пещера Гастона. Идем скорее к нему. Привет, Гастон. Мы думаем, что где-то в твоей пещере спрятаны сокровища. Я сам когда-то здесь жил, много лун назад. Может быть, еще до твоего рождения, Гастон. Мне нравится, как ты тут все устроил. Мистер Рыжебород, а что сказано в загадке? Загадка? Я в крапинку. Там, где люблю я поспать, есть то, что поможет вам клад отыскать. Кто-то в крапинку? Но кто? У Гастона спинка в крапинку! И Гастон спит в этой корзинке. Еще одна карта! Крестиком отмечен маленький замок. Быть не может. Я только что вычистила каждый уголок в маленьком замке. Там нет клада. Может, он хорошо спрятан, моя дорогая? Вперед в маленький замок! Здравствуйте, друзья! Папа, пират! Святые феи! Папа, мы ищем пиратские сокровища! Мой дядя Рыжебород, эльф-пират! Ваше Величество! Пират, значит. Я не злой пират, Ваше Величество, а очень добрый. Я ведь Рыжебород, эльф-пират. Что ж, это другое дело. Ну, и где же ваш клад? Прямо над замком я в небо гляжу. И где-то под собою подсказку держу. Это полная бессмыслица. Я поняла. Над замком находится крыша. И она смотрит в небо. Прекрасно, Ваше Величество. Но это же просто смешно. Я сотни раз убиралась на крыше замка. Может, стоит посмотреть под ней? Я придумал. Посмотрите-ка под крышей, няня Плам. О, вы уверены, Ваше Величество? Я приказываю. Как угодно. Цап-цуп-сти! Крыша взлети! Оу, я имел в виду, поднимитесь на чердак по лестнице. Еще карта! Крестиком помечена река. Вперед! Подождите меня! О, мы вернулись, откуда начали! Где же сокровища? Дядя! Что говорится в загадке? Вверх и вниз, и взад, вперед. Внутри меня искать пришел черед. Корабль качается вверх-вниз и стороны в сторону. Да, корабль! Так вот, где спрятаны сокровища. Правильно, вы их нашли. Вот они, друзья мои. Спасибо, что помогли мне отыскать сокровища. Но мы ведь вернулись туда, откуда начали. Сокровища все время были тут. Но разве нам не было весело? Было, капитан Рыжебород! Я получила удовольствие. Полагаю, было здорово, по-своему. Приключения — это самое главное для эльфа-пирата. А я эльф-пират! А теперь... мне пора возвращаться в открытое море. До свидания, дядя Рыжебород. Пока, Барнаби. Счастливо оставаться. До свидания. Поднять паруса, попка, живо. Отдать швартовые, поднять якорь. Попка, пират. Полный вперед в открытое море. А я хочу стать пиратом, когда вырасту. Арр! Я тоже! И я! И мы! Мы еще встретимся! Не забывайте отчаянного рыжеборода эльфа-пирата! Папка-пират! Дейзи и Бобби озорничают!
слишком громко. Дейзи, Поппи, я забираю ваши палочки и кладу их в буфет. Мама права. Никаких палочек, пока не научитесь ими пользоваться. Ах, наконец-то наступила тишина и покой. О, кто там? Бабуля Репей. О, нет, моя мама. Бабуля Репей. Бабуля, бабуля. Милые, 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 ужасно рада вас видеть. Холли, скорее обними бабулю. Привет, бабуля Репей. О, юный эльф Бен, рада вас видеть. Что это с близняшками? Отчего вы такие грустные? Палочки. Палочки. А, где же ваши палочки? Я забрала их на время. Но как же им колдовать без палочек? Мама, может, лучше, если Дейзи и Поппи не будут колдовать? Ну, они ваши дети, милый, и я вовсе не хочу вмешиваться. Хотя бы у Холли палочка есть. О, да, Холли учится магии у меня. Что ты умеешь, Холли? Я могу превращать людей в жаб. И кроликов. В жаб? До сих пор жабы и кролики. Но это детская магия. А как же что-то сложное? Например, розовые круги на небе. Или поющие деревья. Нет, спасибо, мама. Нам не нужны поющие деревья. И розовые круги на небе. Ладно, ты же босс. Я все равно привезла подарки. Подарки для детей. Подарки! Холли, я привезла тебе красивое кольцо. Спасибо, оно волшебное? Может, немного. Лучше не три его, ладно? Хорошо. А для Дейзи и Поппи две взрослые палочки. Палочка! Палочка! Как же так? Мы же забрали у них палочки. Да, я вовремя успела. Эти палочки принадлежали вашим прародителям, Владу Могучему и Шерон совсем безумной. Они не опасны, правда? Не больше, чем те, в чьих они руках. Так, я думаю, будет лучше отправить их в буфет. О, да, конечно, вам лучше знать. Вам давно пора спать, девочки. Бегом в кровать. А вот и ваша сказка на ночь. Малыш Пухлый Кролик. Дорогая, ты ведь не будешь против, если я прочту им сказку? О, нет, нет, конечно же. Вы очень добры, но обещайте их не будоражить. Они должны заснуть. Конечно, не переживай. Далеко-далеко жил кролик по имени Малыш Пухлый Кролик. По-моему, это ужасно скучно. Вот книга, которую я читала в детстве. «Лучшие чары для малышей». Заклинание первое. Как устроить шторм? Ну и день. А где мамуля? Она с близняшками. Оу, а это хорошая идея. Повторим взмах палочкой. Палочка! Их нет. Ну, конечно, мама и папа решили забрать у вас палочки. Неважно, вот моя. Палочка! Так, гром греми, греми. Гром греми, греми. Что здесь такое происходит? Это домашний шторм. Интересно, это как-то связано с мамулей? Привет! Холли выйдет гулять! Привет, Бен, она будет через минуту. Вы слышали шторм этой ночью? Слышали? Да он был у нас в спальне. Ух ты, шторм! Прямо в спальне! Класс! Это был волшебный шторм. Доброе утро, мама! Я уже знаю ответ.
Но кто показал им, как сделать волшебный шторм? Я. Какой сюрприз? Всего лишь игры с погодой, милый. Не о чем беспокоиться. Чему ты еще их научила? О, всего лишь парочки заклинаний. Всем привет! Привет, Холли! Здравствуй, Бен! А почему здесь две Холли? Дейзи и Поппи колдовали, но мы не хотели! Они нас не слушали! Посмотрите, что бывает, когда Дейзи и Поппи колдуют. Это простое удваивание, не страшно. У нас же не 10 Холли. Привет! Но даже так, разве плохо? Палочка! Откуда они взяли палочку? О, похоже, это моя. Они исчезли. Близняшки сбежали. Они ушли из замка. Бейте тревогу по Дейзи и Поппи. Как же много шума из ничего. О, да? Близняшки неизвестно где, и у них палочка. Каким заклинанием ты их научила? Я ведь говорила о ходячих деревьях. Дерево, ходи! Ходи! Папа, деревья идут к нашему замку! Я не хочу этого слышать! Это как страшный сон! Я полагаю, это ваши проделки, няня Плам. Нет, это все бабуля Репей. Привет, Седрик. Бабуля Репей, я так и знал. Сколько лет прошло, Седрик? Не так много, Мелисента. Ты всегда была негодницей. Да, мама, это твоя вина. И ты должна все исправить. Ладно, ты босс. Но я считаю, детям нужны забавы, вот и все. Есть забавы, а есть гадости. Вот это гадость. Не может быть, Дейзи и Поппи, вы далеко от дома. Куклы и кролик. Яйцо. Жаба. Дейзи и Поппи озорничают. Банан! Кошмар, я стал бананом. Детки, вот вы где. Вижу, вы здесь отлично позабавились. Курица, курица. Чудесно. Ёжик. Я ёжик, супер. Камень. Вы что, превратили меня в камень? Это не очень хорошо. Холли, дорогая, по-моему, тебе пора потерять колечко. Что она говорит? Три кольцо, три. По-моему, она говорит три кольцо. Но ты же говорила не тереть кольцо. Я передумала, это уже нехорошо. Три кольцо. Ладно. А? В чем дело? Мы снова в нашем замке. И все снова нормально. Нет ни деревьев, ни пятен на небе. Да, Холли потерла волшебное кольцо. Оно все вернуло на место. Это очень сильное кольцо. Да, кольцо принадлежало твоему прадеду Невилу Шелуну. Посмотрите на этих малышек. Они так утомились. Сказку, сказку! Хотите сказку? Конечно, милые. Опасная магия для деток. А надолго моя мама останется у нас? На 2 недели. Глава 1. Как превратить мышь в дракона? В дракона? В дракона! Пикник Люси! Что ж, дети, все готовы к экскурсии на фабрику к эльфам? Да! За мной, друзья!
Все на борт. Следующая остановка — этаж 99. Держитесь. Меня тошнит. Вот и она, эльфийская фабрика. Боже мой, взгляните на этот мусор. Вы что, его не убираете? Это не мусор, няня Плам. Это сырье для изготовления наших игрушек. Из пластиковых бутылок делают основу. Из старых жестянок металлические запчасти. А старую бумагу и картон перерабатывает машина. Делает из нее такие листы. А из них получаются упаковочные коробки. Ух ты! Эльфы очень разумные. А мы эльфы! Сюда. И... Наша фабрика производит по одной игрушке в секунду. А что происходит, когда вы идете спать? Фабрика останавливается? Конечно, нет. Мы работаем день и ночь, чтобы всем детям в мире достались игрушки. Наша фабрика никогда не стоит. Ой, фабрика остановилась! Что? Есть проблема, извините, мудрый эльф. У нас закончился пластик, металл и бумага. Давайте просто их наколдуем. Нет, без магии. Мы эльфы, и мы... Не любите магию. И что вы будете делать? Мы просто пойдем к башне эльфов. К большой башне эльфов. А что это за башня эльфов? О, это прекрасное место. Никогда не слыхала. Башня эльфов дает нам все, что нужно, чтобы делать игрушки. И каким же образом? Когда большие люди отдыхают в маленьком королевстве, они кладут пластиковые бутылки, жестянки и бумагу в башню эльфов. Мы на месте! Вот она! Это башня эльфов. Это? Я вижу только мусорный бак. Что? Может, люди и феи зовут это мусорным баком, но для нас это большая башня эльфов. Почему на вас этот смешной костюм? Он совсем не смешной. Это защитный костюм. Башня эльфов может быть очень опасной. И плохо пахнуть. Я иду. Поднимайтесь, вы почти у цели. Вы уже нашли там сырье для новых игрушек? Еще нет, здесь темновато. Я спущусь ниже и посмотрю поближе. О, нет, кажется, башня эльфов пуста. Мама, папа, а можно мне еще? Папа, я слышу больших людей. Нам стоит уйти отсюда. У больших людей очень большие ноги. Идем, Рекс. Замечательный был пикник. Уберем мусор. Да, папа. Я пойду отнесу мусор в бак. Спасибо, Люси. За мной, Рекс. Это голоса больших людей. Скорее выбирайтесь из бака. А? Что такое? Я сказала, выбирайтесь из бака. Это не бак, это башня эльфов. Просто выбирайтесь оттуда, старый глупый эльф. Ой, прошу прощения. О, маленькая фея. Привет. О, и плохо пахнет.
Я не плохо пахнущая фея. Я плохо пахнущий эльф. Это же девочка, которую мы встретили на ферме. Да, это Люси. Привет, Бен. Привет, Холли. А у нас тут пикник. Смотри, Гастон, это Рекс. Ему нравится ваш гадкий запах. Очень приятно. О, вы привели всех друзей из Финляндии? Это не Финляндия, это маленькое королевство. Загружайте фургоны. Сейчас! Поднять, поднять, вверх, 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 вверх. Лови, 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 лови. Но зачем вам весь этот мусор? Сделаем из него игрушки. Ух ты, я их люблю. А что вы сделаете со всем остальным мусором? Переработаем на компост для нашей фермы. К эльфийскому дереву! Давайте передадим это на фабрику без промедления. Ух ты, волшебное дерево! В нем маленькие окошечки. Интересно, есть ли там феи внутри? Не бойся, мам! Это наша подружка Люси! О, очень приятно, Люси! Взаимно! Вот тебе подарок на память об этом визите. Новая игрушка! Только что с фабрики! Ой, спасибо! Она из моего мусора? Да! Большое тебе спасибо, что отнесла весь мусор в башню эльфов. В какую башню эльфов? Он про мусорный бак. А, не за что! Спасибо, что показали мне дерево. А я думала, что феи живут в замках. Последний раз. Мы не феи. Мы эльфы! Я живу в замке, Люси. Посмотри. О, настоящий замок фей. Не бойся, папа. Это же Люси, маленькая девочка. Привет, Люси. Как поживаешь? Какой маленький эльф! Но я не эльф, я король фей! Здравствуйте, ваше величество! Люси, пора домой! Ой, мне пора бежать! Спасибо, что бросила мусор в бак! Ты хотел сказать в башню эльфов? Вы ему нравитесь! Пока, Люси! Приходи еще! О нет, машина заглохла! Смотри, кажется, у нас бензин закончился. Бензин! О, нехорошо! О, хотел бы я им помочь. Няня Плам, может быть, вам удастся с помощью этой фейской штучки? Фейской штуки? Какой? Этой, с помощью волшебной палочки. О, вы говорите о магии, мудрый эльф. Да, магия. Хорошо, магия рядом. Гром и молнии, ветер, взметнись, машина, забегись! Вот, волшебная пыль, чтобы доставить их домой. О, закончился бензин, но машина заводится. Может, она такая современная, что ездит без топлива? Посмотрим в гараже. Пока, Люси! Возвращайся! Спасибо вам за машину! С кем ты говорила, Люси? Я встретила фей и эльфов! Как мило! Машина так сверкает! Никогда не видел такого сияния! Это все феи! Прекрасная идея!